Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla Sport в черном цвете 2019 года на бензиновом двигателе объемом 1,2 литра, мощностью 116 лошадиных сил, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, хорошая резина, литые диски, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 25 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон, чистый, ухоженный, тканевый. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, электроручник, мультируль, круиз-контроль, контроль полосы, голосовое управление, система курсовой устойчивости, подогрев зоны дворников, подогрев рулевого колеса, автосвет, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 121, 103, 103, 98, 104, 96, 104, 104. 113, 103. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.